Эфир телеканала «Беларусь 4 Гомель» продолжают новости спорта. В студии Михаил Садовский. Здравствуйте. Молодежная сборная Беларуси отправилась на товарищеский спарринг в Словакию. Под началом главного тренера молодежки Сергея Яромко 23 футболиста, среди которых и представители нашей области, игроки Мозырской Славии, защитник Глеб Шевченко и полузащитник Артем Петренко. Затем белорусы вылетят на гостевой отборочный матч чемпионата Европы с командой Гибралтара, который состоится 19 ноября. Напомню, сейчас белорусская дружина находится на третьей строчке турнирной таблицы, уступая Нидерландам и Португалии. В шестом туре чемпионата страны по волейболу среди мужских команд в дивизионе А гомельская «Энергия» встречалась в Витебске с местным «Марка ВГТУ». Гомельчане оказались сильнее 3-1. Первую партию проиграли со счетом 19-25, а вот затем выиграли трижды подряд. Самыми результативными игроками стали Алексей Ребека и Артем Масько. Они принесли команде по 14 очков. А вот лучшим игроком матча признан Антон Сушинский. Гомельчане завоевали 4 медали на Кубке Республики Беларусь по художественной гимнастике. В групповых упражнениях 5 лент среди девушек 2004-2006 годов рождения представительницы нашей области завоевали бронзовую медаль. В составе команды Виктория Бугро, Анастасия Домасканова, Екатерина Костунова, Дарья Королец и Полина Якунчикова. Они разделили 3-е место со спортсменками из профсоюзов столицы. Кроме этого, воспитанница гомельской «Сдюшор» Владислава Дорожко завоевала 3 серебра в многоборье, а также в упражнениях 5 мячей и обручи булавы. В Речице прошел международный матч по регби-15, в котором сборная Беларуси «Буслы» сразилась с российским «Ротором» из Волгограда. Со счетом 26-12 сильнее оказались белорусы. Встречались «Буслы» и с санкт-петербургским «ЛТА». Матч закончился поражением белорусов 7-12. В состав национальной команды вошли игроки гомельского регбийного клуба «Кватро» Александр Воробей, Александр Иванченко, Владислав Вербицкий, Максим Маракуца, Александр Костюхин, Владимир Кобец и Максим Пескунов. Следующий этап – чемпионат Европы по снежному регби, который пройдет 22 декабря в Москве. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на «Беларусь 4».